Друзья, я такого никогда не видел. Снова на Максима Горького пересадили деревья. То есть старые деревья выкопали, новые поставили. 12 декабря приехали, выкопали деревья, которые посадили 2 недели назад. И посадили новые деревья. Это Максима Горького 207. Я показывал в предыдущем ролике, какое-то было высокое дерево. Посадили другое, ну тоже красивое. Это клен с большим количеством веток. Это дерево будет пониже, но зато будет больше тени. И вот Горького 205, второе дерево высадили. Тоже много веточек. Вот тут Горького 205, предыдущее дерево не меняли. Оно раскидистое, красивое. Почему его тут надо менять? Нормальное дерево. И сейчас я вам покажу у Следственного комитета и стоматологии, как в прошлый раз. Ребята, ну такого я просто не представлял себе, что новое дерево посаженное можно так вот выкопать и новое посадить вместо посаженного уже. Но это значит, заказчик потребовал, я не знаю, какие там порядки, кто заказчик, как это в итоге получилось и почему потребовалось поменять. Может, предыдущие деревья недостаточно были красивые. Хотя, по мне, так это были взрослые деревья, нормальные. Но действительно, веточки у этих деревьев, у новых, побольше. Дерево само будет пониже, но оно будет тоже неплохим. Вот.